Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. В средней полосе и на юге России морозостойкие сорта могут зимовать без укрытия, но корневую систему все же лучше окучить ельником или сухой листвой. Все подкормки и прищипывания прекращаются к сентябрю. Перед зимой кусты обрабатываются антисептиком, обрезаются и укрываются полностью либо частично. Полное укрытие необходимо кустам, которые зимуют в особо суровых условиях. Если столбик термометра зимой опускается ниже 30 градусов, укрывать кусты можно не раньше конца октября, начале ноября. В противном случае температура в укрытии может повышаться, провоцируя развитие корней и побегов. Специалисты советуют прятать цветы в зиму, когда уже более недели наблюдается снижение температуры до минус 5 градусов. Опытные цветоводы предупреждают, что главное условие для успешной зимовки розовых кустов – это сухое укрытие. Нельзя прикапывать розы мокрой почвой, сырой листвой или укрывным материалом. Прежде чем укрыть, нужно пригнуть розы. Плетистые розы, некоторые кустовые сорта, которые чувствительны к холодам, следует начинать пригибать к земле заранее, так как укладка на землю сразу может повредить или переломать одеревеневшие стебли. Так, за 3-4 недели до укрытия розы нужно начинать класть на опоры, которые постепенно опускаются все ниже. Как правильно укрыть розы на зиму? Это может быть прикопка, воздушно-сухой вид укрытия или обертывание. Прикапывают кусты следующим образом. Для начала окучиваем землей корни, подготовленные розы на 40 см высоты стеблей. Затем верхние побеги куста засыпаем сухой листвой или накрываем лапником. Также можно полностью закапывать розы в землю. А воздушный тип укрытия предусматривает утепление корня листвой или хвоей и сооружение над розой воздушного купола из фанеры, пластика или других подходящих материалов. Некоторые цветоводы используют способ оборачивания роз геотекстильной тканью или другим теплоизоляционным материалом. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!